Сегодня у нас проходит футбольный фестиваль «День массового футбола», посвященный 8-му Кубку Конфедерации. В турнире участвуют 20 команд 2007, 2008 и 2009 года рождения. В общей сложности это более 200 участников. Я люблю играть в футбол, потому что это командная игра. Там не только один человек играет, а вся команда.